Еще одна модель под брендом Planet Models. Выпускаются MV015, значит, SDKFZ7/3. 72 масштаб. Напомню одну неприятную особенность таких коробок. Они открываются наоборот. Видите? То есть хочется эту картинку вверх открыть, надо открывать картинку вниз. Это одна из первых моделей. Ну, 15-й артикул, это совсем нечто давнее. Мы видим детали из смолы, резиновые гусеницы и, соответственно, инструкцию, с которой начнем обзор этой интересной модели. Не буду вдаваться в подробности. Да, видите, вот инструкция. Внутри у нас ждет еще один сюрприз. Вот отравление. Небольшая платка вот такая вот. И пленка на остекление. Собственно, мы ее назад и вернем. Ну и тут варианты от окраски. Резиновые гусеницы. Что тут про них скажешь? Резинка как резинка, да? Напоминаю, что модель достаточно древняя, поэтому, собственно, все вопросы этим исчерпываются. Ну, скрывать эти пакетики я не буду. Покажу вам, все достаточно хорошо видно. Итак, вот передняя часть. Крылья и низ кабины. Вот это та самая большая деталь, которая в кузове находится. Это мы видим ее. Дана она, видите, единой отливкой. Здесь сиденье, насколько я понимаю. И какие-то еще дополнительные. Дополнительные детали. Ну, вот эта платформа, видите, из-за того, что она тонкая, немножко имеется такой как бы перегиб, то у нас у светильника лопнуло стекло, ребят. Хорошо, не разлетелось. Так, ну, мы стойкие солдаты, мы будем продолжать обзор. Значит, и колеса. Вот такой набор